Сегодня у Гомеля обраны старшиня областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь. Решение принято на яе первым посяджением. Подробности у наших корреспондентов. Разрешите поздравить вас с избранием в состав Гомельской областной комиссии по выборам президента Республики Беларусь и пожелать вам успешной, плодотворной работы на всех этапах избирательной кампании. Первое посяджение областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь носит организационный характер. По пропанове членов комиссии яе старшиней обраны Алексей Няверов, який узначальвае областное объединение профсоюзов. Сярод агучаных деловых якостей, принциповость, сумленность и великий опыт по проведению выборчих кампаний. Наместником старшини стала Тамара Лукьяненко. Секретаром областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь затверджены Василь Зубец. А проча того, на первом посяджении разгледжаны график работы комиссии и график дежурства у яе членов. Как и подчас попередних выборших кампаний, комиссия будет находиться по адресе проспект Ленина 2, кабинет 212. Нумары телефонов 33-43-15, 33-43-01, 33-43-03. Нагадаем, что в областную комиссию по выборах президента Республики Беларусь обраны 13 человек. 4 из них вылучены политичными партиями. Социал-демократичной народной сгоды, коммунистичной, республиканской партии працы и справедливости, либерально-демократичной. Еще 6 человек представляют громадские организации. Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане, БРСМ, профсоюз, Белую Русь, Белорусский союз женщин и объединение ветеранов. 3 члены комиссии вылучены инициативными группами громадян. В состав избирательной комиссии вошло 13 человек. Это люди все опытные, неоднократно работающие и в областной комиссии, и на различных уровнях комиссии по различным выборам. Поэтому я думаю, что данная избирательная кампания пройдет на высоком уровне. Олег Сентюров, Максим Савин, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».